Вся предоставленная информация вам выложена исключительно в ознакомительных целях. Ставьте лайки и комментарии. Белла является единственной дочерью в семье турецкого посла и мамы из высшего общества, которая появилась на свет в Испании. Она очень умная и образованная, но в то же время очень добрая и также очень неуклюжая девушка. Она пойдет за любовью в своей жизни, закрыв глаза до самого Чукурова. В то время как все ожидали, что команда злодеев в особняке откроет ей глаза, она еще сильнее влюбляется. Именно поэтому каждый из них по отдельности очень хорошие люди. Хазар. Принц Беллы, который является одним из наследников Базока Щеретина. Посмотреть 17-ю серию сериала вы сможете после 25 сентября.